У тебя штекер отвалился? Не, я просто... Как это, переключитель, который отвечает за микрофон? Не, просто ты там тихо начал говорить, типа, что-то резко. Так это переключитель, который отвечает за микрофон. А, нифига, Денчик, как он-то пропнулся к нам. А мы с ними это бессмертные. Ладно, ладно, Пебро! Пешный духов всегда будет. Я думал, вы на вертолете. Нет. А, дух местный. Вот катаемся. Так это дух местный, фигня. А вы машину в которую садитесь, я поехал. Я знаю. А я у нас байк покатаюсь. Я как-то за руль. О боже, опять пизденный будет за рулем. Боже. Что за труба? Так, я вспомнил, где это находится. Это качельки, твои качельки. Кстати. Чего? А, блин. Все нормально. Да я что-то завис от игры. Так, стопай. Ага, все. Оп! Мастер Илюха всегда в деле. Оп! Да, как Диман играет эту игру, я вообще вроде. Ладно, ладно, Пабро. Я сейчас покачу ротку покажу. Тихо, Диман, что ты делаешь? Смотри, дружок, пирожок, чтобы ты не улетел. И не, траху не пизданул. Пройдет этот. А. Ого. На так возможно. Так можно, блин. А мы будем улетать или нет? Господи. Я вот уже улетел. Вот он, да я тоже улетел. Игра такая говорит. Ладно, на тебе улетать. Нифига вы, пацаны. Все, у меня тачка не едет. Не, я далеко улетал, кстати. Я вот вчера снял это видео. Так, надо вспомнить, как надо улетать. Блин! Ага, игра просто балуется. Ох ты. Вот так вставляем. Давай! Да офигеть, вы чё, пацаны? Че с вами? С вами все хорошо? Или хуже вам? А че? Ах, вот и блин, играем. Вот спаун, то есть спаун тачки, это вообще крутая тема. Я нашел эту. Не могу, вообще-то спал в машине, можно подключить. Нихуя себе! Откинул. И... Ааа, тачку перевернул! Ай. Ай. Ну-ка, машина едет, нет? Я... А, мне кажется, эта машина уже машина... не едет. Машина... Я машина сдохла. Ладно, я сейчас еще одну заспауню. Так. Тоже... А Тимон не знает, что творит. Спавн, спавнкар. Ну, например, адмирал. Оп! Диман, ваш это что-то не спавнишь, машина, мы спавним. Нам что-то потеряло. Диман, что, клюет, да? Да. Клюет. А я только что повис какое-то время на качелях. Карусей, карусей, это моя радостная моя. Пацаны, чего? Да. Желайте мне удачи, я с Спанч Боб улетаю. Да, все, улетел, вижу.
Я уже по воде. Здравствуй, Спанч Боб. А там так-то нет подводного мира. Иди, сраку. О, нормал, кстати. Нихера себе, я даже не заметил, как я улетел. А, и потом влетел прямо в меня. Как тебе и надо. О, машина еще едет, кстати, лол. Хотите прикол? Ты смертная? О, сирена заболела. Слышь, она еще ездит. О, видали, какая тачка? Ой, господи, у вас там тачка сейчас взорвется. Ай, бля. Видали? Ё-моё. Все, тачка горит. Нифига, мы с Диманом улетели. Да. Кого стреляешь вообще-то? Просто так. Диман, мне как-то эсо. О, опять сирена заболела. Всё, тачка сдохла. О, просто по сиренам стрелял. Чего? Много Димана? Чего? Много Димана? Да. Это как понимать? Диман, харай спамис. Потом будут лагать, потом... Диман, блин, ну харай уже. Так это не я делаю, это челик. Может, не ты? Это нет, вот это челик делает, это не я. Это чел вот этот делает. А ты чё, призрачного гонщика косплеишь? Чё ты, блин, горишь-то? Не знаю. Я призрачный гонщик. Косплеишь, что ли? Да. Да, я. А. Нет, ты прыгнул к нему, если что. Чтобы его прибить. А, вот он где! Он здесь! Чтобы Димана не убить? Да, он под невидимкой скрылся. Я в натуре, мне что-то не нравится тема. Ух ты! Дима... Я Денчик! Хорошо, я Денчик! Денчик, ты там... Да я сдох, да. Да, кстати, он твой скин, кстати, скопировал. Не. О, он вышел. Видимо, его крашнуло, походу. Так ему и надо. Да хватит. Нифига ты, Денчик, придумал. Ой, еще один ноунейм зашел. А мы что делаем? Балуемся. О, где тачка горит. Да блин, что не подкидывать?
Уее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 
Чё, всё? А, ещё машины взрываются, лол. Чё это они... Тиман, ты полетел? Нет, это я полетел. Ты меня ударил. Я полетел. А, ты чё у нас... Пацаны, я далеко-далеко-далеко. Бэтмен, Супермен? А? Да, Бэтмен против Супермена. Стоп, ещё раз кто? Ну, Бэтмен. Бэтмен против Супермена? Какой нахрен Бэтмен? Паш, Бэтмен! Чё, чувака убиваешь, что ли? Да, чувака, да? Убиваешь. Который косил под мой скин, клонировал. Да это пиздил, запомни. Ее, давайте, пацаны, удачи, да, я полетел. А зачем Золику тренер скачиваю, чтобы творить хаос? А мы любите хаос уничтожить. Я, кстати, могу в тренере хаос мод включить. Я не понимаю, какой смысл спавнить один и тот же скин? Я тут знаю. Это ничего, Тиманик, ничего. Mm-hmm. Ни хера там летать. Извини. Да я проехать не могу теперь. Класс. Ну, я могу F6 нажимаю и сразу. Хрена себе, кто-то начал, готовы? Кто-то по-русски сказал привет. Это я. О, я полетел. Жестко я полетел. Да, я думал, что можно голову поменять. Нифига, оно слетело. Чи-чи. Чё? Кирпичи. Чика-чика. Терпи, не вижу эту песню. Это чё за хрень? Там видим спавнится и там какая-то херня. Сорян. Это чё за хрень? Видим там спавнится? И сразу же умирает. А я откуда знаю? Нет, это че, вы заходите, заходите. А че чувак пишет, кстати? Ничего. А я чат не вижу. Там тачка сейчас взорвется. А я без мертвей. О, эта тачка улетела. Amazing, прекрасно. Вернись. Хуйня! Хуйня! Нет. Хуйня. Бля, я не пойму, как я теперь здесь проеду? А как вы говорите? На Е. У, русский. К нам выйти. У меня персонаж по-русски говорит. Мы одним и тем же голосом говорим с Ильей, кстати. А я вообще, который говорю по-русски.
Артем, пошли тебе походить. Чего? Чувак спамит демона? Да, клонирует. Ладно, чё, пацаны, погнали. Дмитрий. Он с нами? Я одну курит. Он с нами? Я хуй знаю. Ладно. Пусть с нами пусть будет. Посмотреть решил. Пусть будет с нами. Я этот хочу. Тупо прошу, как повторять решил. Тут один козел пострелять решил. Да? О, вау-вау. Сейчас такие, да. Сейчас такие копы, тут один козел пострелять решил. Она тут гонца, кстати, едет, кстати, пацаны. А. Тут один козел пострелять решил. Вы на S нажмите в русскую, кстати. Сейчас пожалуйста. Чувак едет за нами. А чё за погоня нахуй? Да. Спасите, помогите, да? Блять, чувак у нас парит, типа он тебе... Нифига. Демон, ты нахера ты? Демон, ты эсэл, ты эсэл. Хотя там Яшка наш по-русски говорит. Смотри. Как я его обманул, пацаны? Обманул? А мне кажется, вот этот человек телепортируется. С горячей тачкой. Это СССР, Демон. Не, вот... голубой. Это я понимаю, но это и есть. Фу-фу. Пацаны, а вот, кстати, был вверх. О, полный косплей на предыдущего гонщика. Очень, пацаны, не тупим, сразу садитесь в тачку. Быстрее, только, блядь. Диман, ну... Диман, ну... Предыдущий гонщик с вами. А, кстати, я внутри машины горел. Опа! Шина загорелась. Надо чувака просто взять и забанить нахер. Кик? Ну да. А он невидимка. Да какой? Какой? Чё за хрень? Нам тачка спавнится за нами. Так, контакт. Ну кик тебе, блин, я не могу кикнуть тачку. Так, дайте я попробую. Оп! Я... А, хороший мам. А, подожди, кто первый заходит, кто главный, кстати. Да, подожди, здесь главный, я могу кого-то добанить. Ё, мы чё с машиной? Это чувак виноват, всё это. А, да-да, всё, на его забанил. Я могу без кэша ломать окна. Да, как мы обратно. Блин, вернемся, кстати. Да ё, ты ж налево, чувак. Че-то не кажется, он похож из этого Ужастик третий, мне что-то кажется. Похоже. Ужастика? Да, похоже. Че-то похоже, вот Рачет такая, кстати, крень была. Типа, бля, он опять зашел.
А, кстати, можно сказать, что есть бензинка, кстати? Да, есть такое. Какая функция у него? Ну-ка, я посмотрю. У нас... А ничего, что машина горит? Я знаю, мы тачку искали. Я уже нашел. А чё, покинул игру? О, чё это было? А меня слышно, пацан, раз? Да, тебя слышно. Да. Ты... А чё, покинул игру-то? Ой, блин, чё это у меня ноклип-то активировался? Ой, да, реально, а чё у тебя ноклип активировался? Меня как его вырубить? F6. Дракон. А, дракон. А, вот, Airbrick, вот, вспомнил. А, вот, всё, Airbrick, F6. Я думал, чё у меня там происходит? Чё, это вы тут? Да. Да, я тут. А, заебись, просто интернет балуется. Да, походу интернет. Кого стрелял? Не знаю, просто в небо. Только там голуби. Пацаны, я сейчас пойду обратно, у меня что-то случилось. There you are! Привет! Hey. There you are! How's it going? Привет! There you are! Привет! Чувак по шинам стреляет. Да. Это зашел в тачку, вышел. Ну да. Не понял, он у него тачку спиздил. Похоже на то. Ты тут целишь? Да ладно, он сейчас с ракетницей ебанет. Может, с ракетницы не ебанет? Ебану! У тебя было бессмертие. Ну да, на то спасибо, что у меня бессмертие. Заебись, а меня мужик вот этот на машине сбил. Да, видел. Так, я тут, пацаны. Ага. Едерись. А меня слышно? Тебя да. Слышно. О, коктейли Молотова есть. Да. Да. Короче, я перезапустил заново этот имезанник. Это фапа, ну, фар. У него, короче, такая проблема, кстати, есть у меня. Типа, да? Я вас. Да, я вас не слышу, но вот сам я говорю почему-то. Это проблема. Я в шоке, честно. Слушай, а ты этот фильм до конца посмотрел? Ну да, причем до конца. Я понял, что суть. Ну? Вот эта баба без одного глаза, это и есть финальная. А потом клоун, кстати, сдохнет. Наверное, что-то. Пятый, я надеюсь, не выйдет. А. Уже надеюсь. Да, я еще на эту сцену в душу смотрел. С какой? Казалось бы, скипит.
Ну да. Я все равно скипер, мне насрать было эти фильмы. Итак, Дим, это и так обман, и это все. Муляж и 3D график. Зих, ты нифига. А чё тут происходит? А чё? Дебил. Долбоёб. Ну, в натуре долбоёб. Сейчас, нахуй. С дробовиком уходит. Надо бессмертие потрубаться, если я говорю вам. Это уже слишком. Тут... Тут уже люди стали сумасшедшие играть. Да стой ты, гондон. Ну наконец-то! А где Димас, кстати? Димас? У аэропорта. А можно телепорт поставить? А где-то. Да сдохни уже, а. Так, пусть я открою чат, а то он мешается. Я тоже. Лох. Надо его казнить просто. Вот этот чувак с... Ваншот, бэби. Кстати, у меня он заговорил по-русски. Гори, Морозок. Гори. Гори, ладно. Гори. Гори, ладно. Ладно, что-то я вообще слишком. Ваншот. Подожди, Дим, если ты первый зашел, можешь кикнуть, ёптусь, налево. Что-то я уже туплю. Да, мне вспоминаются тоже бойки. Не надо давать его... А он покинул. А, спасибо. Не, Диман его кикнул. Туда его. Оглавакс. А могу вот этого чувака убить? Можешь. Пацаны, я хотел веселиться. А, Дим, давай челлендж кину тебе. Нам обоим. Кто первый его убьет? А, убьет наш друг. А, я еще чем друг друга не будем убивать. Где он там? Так мы же бессмертный. Не, да. Ну да, но. Диман такой, блин, как он? Это я попадать его, я не понимаю, да, Дим? Да, понятия не имею, как. Магия, ты люди. О, наконец-то моя. Подожди, а ты правда бессмертный? Или я что-то хочу поверить? Да, я бессмертный. Да не. А, шпыляет. Как чувак не... Да я не понимаю, как ты... Я бессмертный. Я тоже бессмертный. Кэсси, ты придут. А, нет, не туда. Брн, да. Брн. Я люблю, как будто это точно отвечает за новый клип. Оп. Ну здравствуй, что это рук мой. Есть, ваншот! Вот так, пацаны, надо играть эту игру. Где он? А, это выпало. Чувак. Чувак, наверное, я думает, не какого, могу! Какого хрена они меня здесь убивают? Дружили. Да сдохни уже, а! Чё он пишет? Ничего он не пишет. Я о, не блин! Знаю. Опять чичи. Опять чичи, бля. Мастину поймал. Убил одного. Вы этого чувака ловите, я вот этого буду убивать чичи. Подожди, а же можно... Там можно же... Там номера там убить. Кстати, а где этот чел? Ага! Убежал. До всех сил. Фоку!
Есть пробитие. Fuck you. Он написал fuck you. Что он пишет вообще, пацаны? Понятия не имею. О, шутку про мать. О, мои клоны запомнились. Да просто убить надо его нахуй, и все. Че проблема? Ни хрена там сколько клонов. Спамит. Моих. Это чуть-чуть надо кик, Дима, слышишь? И это чувака с ССТВ этим. FTV? Это типа камеры? Да, это чувак, кстати, нам это... Вот почему он тебе делает копию. Бич. Я ничего не вижу. Ну подожди, ну ты же умеешь... А, он покинул. Лох. Ну все понятно. Теперь все, пацаны, мы... Да, я, может, что-то и видел за логами, но это не точно. А как ты... А, стоп, подожди, а как ты кикаешь? Через тренер или как? Они сами конечно вышли. Я тут главный, блин. А я могу кикать или нет, кстати? Не, только главный может. Ты мне голова. Меня не кикает. Ты должен быть призрачный гонщик, Диман. Ой, дай, как это тут так же оказался? А тут, тут я тут твоих клонов собираю. А вам что не кажется, пацаны, что чувак сейчас зайдет в другую серию, его можно точно поразить? Ну чё, пацаны, посвелились и посвелились, я поехал. Мне только что ты знаешь по-русски сказал. Чёрт, я хотел его под дынечку упануть. Хочешь этот удивительный мир Гамбл найдем? Ну да, глядел этот детский мультик. Как это назовут, это где-то мистер... Робинсон, я не помню. Типа, как его этого чувака обманул. Мистер Робинсон, да. Во-во-во, этот чувака, короче, обманул, короче, так угорал. Это пулька. Колобок, колобок, очень сладкий колобок, будет густый пирожок, дружок. О, чё? Смотри, хочешь попробовать? Он музыка играет, он можно где-то подрубить было бы. Понятно, а... опять этот челик. Где он? Я не вижу. А, он опять, походу, твои невидимки. Че, полетели, пацаны? Так, ага. Па! А куда полетели? Чтобы... О, блядь, что? Какие-то черные объекты вижу. Я тоже вижу. Че, готов, пацаны? Ага. Я слишком красив, чтобы умереть. Успокойся. Мы не умрем. Вот так, пойдет, Диман? Не, я тебе гасил, чтобы умереть. Да ты задолбал! Откатов? Мне кажется, я там заорал. Все, полетели, пацаны. Подари! Дима, ну духари уже, а? Черт, подари! Я не могу жить! Здесь, меня тут, знаешь, по-русски реально говорит. Ой, а я! Привет! Да садись! Черт, возьми тачку! Какая? О, нет, опять эти пидоры вернулись. Ну чё, веселиться хотел, что ли, блядь?
А, слышь, он тоже. Я тоже Толик утро нет подрубил. А, тихой. Диман, тихой. Что, пидора? Ну что, ждем? Кикай, кикай его нахер. Так, я же за чатом не вижу. О, и это снова давай вернулся. Дайте мне его огонечек кинуть. Ары... Обойдешься. А, блин, тачка бессмертна, нахуй. Ох ты. Так тебе и надо, Димон. А он стреляет вообще? Не знаю. Подал повод, меня шмалял. Ну, хотя, это моя игрулька, я же его вам подарил. Вы чё, пацаны? Все русский. Ха-ха! Чувство, когда мой персонаж говорит на русском акценте. Дим. Диман, Диман, Диман. А так умеешь? Вот так. Контр. Бля, контр тяжело. Где это? Ой! Пока, Диман! Сдох, ходи! Привет, чувак, сдох. Что-то вообще мы я не могу лететь. Что-то я тоже не отвечал. Yeah! Я уже полетел. Не понял. Это персонажа мне отлетает почему-то. Нет, у меня летал. Нет, у меня летал. Блин! Ты чё, где вот? О, персонажем летает, кстати, да. Только не всегда. Да. Да, я может там заметил. А, он... Слушайте, пацаны, я не понимаю, либо он багается, этот чувак, я не знаю, 203. А, ладно, что я хотел. Опа! Диман, ну ты задолбал уже. Ну хуя. Да, попробуй меня еще сбивать, меня будет ругаться матом. По-русски. Хуйня какая! Да вы, пацаны, не знаете, так иди отсюда. Ух ты. Вот так тебе и надо, Диман. Я что-то не могу сзади, у меня получалось. Да иди отсюда! Я какая? Уех! А вы попробуйте сзади, попробуйте. Жинк, жинк. Да, уже провис... я уже провисел. Ой. Извиняюсь. Да иди отсюда. А кого я избил? Я не понимаю, что происходит. What the fuck? Ну а чё, что происходит? Да я... Денчик убил его! Так я, я случайно, нефиг было стоять, блин. Я понял. Да иди отсюда! Хотя если так попробовать его. А то уверен, что тут мы плетем? На тебе. Кстати, почему я Димана убиваю, кстати? У меня такой вопрос. Да. Какая? О, я Денчик, короче, спавнулся и сразу у меня слетело. Да ты задолбал, привет, привет. Да, Диман, ну правда. Диман, тебя что, заел, что ли? Привет, привет. Да, почему-то у меня один тяжелый фраз говорит. Да ты замучил, Дим.
А какая? Дима! Ну, Дима, ну... Вау. А мы будем летать или нет? Я тоже что-то не понимаю, чего не взлетают? На! Дима нарезал! Че это? Че ты её сострел вот этот момент? Я тоже застрял, но не взлетаю. А чё не взлетаем? Дерево мешает, походу, мне. F6 нажми и... Нормально. О, блин, и в дыру улетел. А, пацаны, слушайте, а тот это какой-то челик в пиздяжке. Дима такой, или уходит. Прощай, значит, труда. Я вернулся. Ой, какой я вспомнился. Да опять, господи, куда я полетел? А, кстати, слышь, Дэн. Если ты станешь, первым, вот так я здесь. Вот видишь, что вот так спанул. Ну. Вот так сделать, но ты вас. И сразу ты улетишь. Очень просто. Улетишь, улетишь. Это хороший способ. Смотри, я че. Мы здесь, короче, полетели. Давайте до сюда не дойдем. Да. Перед Дмитрием помнится. А хотя я вот почему. Тут есть. Дим, ты замучил, привет. Подожди, а ты чё, чувака хикнул, что ли? Диман. Да, не, я пока не хикал. Хотя он сам зашел. Диман, да хватит уже, давай. Диман, ну хай уже. Ты прошел только поговорить или чё? Не только. Слушай, а может быть спамить тачку? Типа вот как я Дэнчик сказал. На тебе. Да, я слышал, помнишь, говорил, что тут есть этот спам, ну типа... Да, есть, я как раз этим и занимаюсь сейчас. Ух ты! Кажется, меня катапультировал, я улетел. Ну, ну наконец-то. Ай, больно, ай. Тачка без меня улетела. Дима, ну ты задолбал, честно. Ладно. Да я шучу. Дима, мы бессмертен, ты чё? А, да, точно. Режим бога активирован. А, кстати, а как... Режим... А, вот, всё, починилась тачка. Хочу попробовать. Привет! Задолбал, привет, привет! Какая? Что ж тачка? Что такое? Я могу... Так, ну-ка, может быть, попробовать с Дэнчиком вот тпхнуться? Может быть, получится от этого... Как от Ракса? Вот у меня уже было Ракса. Диман, чё, пошли играть? Блин. Извиняюсь. Я тут не респект. Да... Я хочу далеко-далеко улететь. Серьезно, буст? Да, серьезно, буст? Чё происходит? О, качели исчезли. Ой, они перевернулись!
в смысле? А кто вспомнил? Автобус. Я. Абобус. А ничего, что качели перевернулись? Оу, все, минус мой FPS. Все, меня лагает. Меня сейчас, короче. Бля, сейчас автобус взорвется. Едите, у меня FPS резко упал, 23 кадра. А у вас что, качели пропали? Не, они у меня перевернулись. А когда подхожу к ним, у меня все FPS проседает. Я думаю, хорош уже играть, пацаны. Хорош? Так, да, хорош уже. Да, качели были прикольные, но, блин, их мы их перевернули. Ладно. Я ничего не знаю, но я уже доигрался в эту игру. А мы умудрились перевернуть качели. Умудрились. Блин, угадал. Всё, минус мой FPS. 11 кадров. А вот так и тебе надо. Уже комп. Держись. А, фух, слава богу, можно выйти. Да по мне шмальнул. Ну, я вышел. Я тоже вышел. Ладно, пусть они дальше занимаются. Твои дела. Чёрт, это я заскриню. Жесть, да? С этими перевёрнутыми качелями. Угу. Я вот что-то сейчас скринул, вот что я увидел. Ага. События никогда не забуду. Да, у меня еще были перевернутые качели, когда я к ним подошел, падает FPS. Ну да. Да, называйте, поиграли мы. Ну да, поиграли. Надо, чтобы поиграли. А что, нормально поиграли? Да. А, кстати, пацаны, что-то я увидел в ВК новую подробность о презентации тебе 5-й части Мстителя от инициатора Даниэля Рихтама. Съемки продлится около 5 месяцев. 5 месяцев? Да. Mm-hmm. А, месяца. Mm-hmm. Ну да. Да уж. Блин, новый время мыслить, я надеюсь, нормально будет сюжет. Да ладно, доктор Дум, это будет